Здравствуйте, друзья! С вами Юрий Притиск, и сегодня в центре внимания фотоконкурс дикой природы от Евронатур. Конкурс называется «Сокровища природы». Срок подачи заявок до 31 марта 2020 года. Платы за участие нет. Призы от 250 евро до 1500 евро, а также другие ценные призы, публикации в журнале. На конкурс приглашаются все любители и профессиональные фотографы. Предлагается отправиться в фотографическое путешествие, сделать массу открытий, сделать впечатляющие снимки и поделиться многими аспектами европейского мира природы. Специальное жюри прессует призы самым ярким изображением. Фотографии победителей будут опубликованы в широкоформатном настенном календаре Евронатур и будут награждены, подкреплены денежными призами. Кроме того, они будут опубликованы в журнале Натур, а также на сайтах организаторов. Итак, нет вступительных взносов. На каждого участника может быть введено не более 5 фотоснимков. Попробуйте удивить жюри изумительными фотоснимками живой природы. Всем желаю удачи, всем желаю побед. С вами был Юрий Притиск.